Мальчишки, поздоровайтесь со зрителями. Привет! А мы сегодня едем, знаете, куда? Да! Видели, мы сегодня едем в Ниагара Фоллс! Ниагарский водопад! Да. Мы уже там были, мы снимали кучу видео. И в этом году мы первый раз после карантина едем отдыхать. Что, Микусенька? Зрители, если вы смотрели видео, где мы были в Ниагара Фоллс, то когда поставьте лайк. А еще подписывайтесь на канал. Обязательно, чтобы не потерять наши видео. Да. А что вы там сзади делаете? А то мы... Я читаю книгу. А вы голодные? Да! Ну, сейчас будем кушать. У нас папа аккуратно ведет машинку. Мы едем, едем, едем. 3, 2, 1, ансамбль вперед! Мы едем, едем, едем! И скоро мы приедем! И скоро мама даст покушать вам. Ням, ням. Да! У нас есть... Вот такие булочки. Ура! Или вот такие. Мини. Какие хотите? Большие. Мне большие. Так, я передаю вам. Мне держите. Мне кулек. Я тоже кулек. А у меня будет сегодня. Так, булочки. И сейчас, секундочку, еще салатик дам. Ловите салатик. Где салатик, салатик? Держите. И где наш третий салатик? И, конечно, мне сейчас ложечки передам. Раз, два, три ложечки, Ироня передаст всем. Ой, у нас тут столько машин огромных едет, сейчас покажу. Вкусненько. Мальчишки кушают салатик с помидорами, с огурчиками. Что там еще есть? А это сыр. Сыр фета, да? Мини-курасанчики, они объедение, и они очень тяжело кусать. Тяжело? Они не свежие? Маленькие, но стеленькие. Они что, не свежие? А ну дай попробовать. Они свежие. Свежие, вкусные, а? Но... Не, вкусно пахнут, держи. 5 minutes later. 2 hours later. Ну что, мальчишки, разомнем ножки? Да! Смотри, что я делаю. Ты, что, а что ты делаешь? Я разминаю булки. Булки? Ну что, идем посмотрим? Ты не булки разминаешь, а мое лицо разминаешь твоей рукой. А можно мне масочку, плиз? Микуся, аккуратно. Маска для мамы. А можно сказать, что такое? Спасибо. Так, масочку надеваем. Ух, какой альбатросик пролетел. Идем. Ну что, что-нибудь хотите попробовать? Да, давайте попробуем попой. Да, я с удовольствием. Чем попробуем, я дико извиняюсь. Попой, попой попробуем. А, попай пойдем? Я сейчас объясню, что это. Это такая, ну, кухня, там, где делают все спайси. Я обожаю спайси. Окей. Спайси. Идем посмотрим, идем. Ага, вы вот это хотите? И вы выбрали? Здесь сувениры, игрушки, всякие мячики. Ну, так как мы едем на Ниагарском водопаде, мы вряд ли покупаемся, нам все это не нужно. Папа, выбрали? Я хочу себе острый сэндвич. Острый сэндвич? Острый, это острый, Даня. Я не хочу себе острый сэндвич. Давай возьмем классик. Да. Окей. Да. Что вы взяли? Показывайте. Путин. Да, там есть гамбургер. Ой. Там есть большой гамбургер, маленький гамбургер и вау. Путин. Идем в машину кушать. Да.
Давайте, на улице дождик капает. Где наша машинка? Вот наша одинокая машинка. Мне кажется, сейчас чайка будет у нас что-то из машины воровать, смотрите. Нет, это не чайка, это альбатрос. Альбатрос. Показывайте, водичка. Сначала вода. Очень хочется. Что там Роня кушает? Так, вау, это путин. Тебе вкусненько? Спасибо, папа. Сначала хочу попить воды. Да, очень же. А что у тебя? У меня щепотка. У меня маленький гамбургер. Это так вкусно. Маленький гамбургер у тебя? Я кошки-мышки. У тебя тоже маленький? Нет, у меня лакшай. Вау. Вау, а ну покажи, что внутри. Это очень вкусно. Классно. Что-то это не обычный гамбургер, а другой гамбургер. Это чикен наггет. Приятного аппетита, мальчишки. Приятного аппетита. Мы едем дальше, а нам Микуся не показал свой мини-гамбургер. И мы едем дальше. Побыстрее доехать до Ниагары. Нам еще 3 часа ехать. Вообще-то он уже пропал. Пропал? А ну покажи. Держи, тяни. Супер маленький. Держи, супер маленький. Ну ты же у нас супер маленький. И гамбургер супер маленький. Это спайси. О, можно попробовать? Я обожаю спайси. Поехали. Приехали мы поздно. А вот есть места, вот, по-моему, да? Или нет? Нет, это не места. Ха-ха-ха. Приехали? Да, можно спать. Папа молодец. Мы нашли парковку, мальчишки. Не все, но проснулись. Кусенька, доброе утро. Мы приехали. Готовы? Вперед за чемоданами. Где здесь Роник потерялся? Доброй ночи. Давайте, выгружайтесь. Микки кроссовки потерял. Ладно, мы идем брать чемодан. Опа. А их тут у нас много. Раз, мама сильная. Сколько? Ку-ку. Кто будет чемоданы вести? Я. Опа. Окей. Так, чемоданы готовы. А, вот там еще наша сумочка. Так, я беру сумочку свою Гарри Поттер. Бассейн. Да, но он не работает. Не работает. Смотрите, какие лампы красивые. Класс. Ух тышка, какая бумажная лампа красивая. Да, красивая гостиница. Ну что, пошли? Лифт. И давайте к лифту, а то сейчас опоздаем. Какой у нас, папа, этаж? 26-й. 26-й, да. У нас опять высокий этаж. Самый высокий. Ура! Вот тут еще один. Стоп. Готовы? Да, 26-й этаж. Интересно, я не помню, какой у нас был до этого. Мне кажется,
такой и был. Здесь 26 этаж, 11 номер. Давай. Ух ты ж, наш номер. Микуся открывает. Этому дотронуться нужно. Все, открывай. Так. Ура, заходите. Тут прямо Ниагарский водопад вот так близко. А ну пошли смотреть. Вот так красиво. Так, мы начинаем сразу же с вида. Два, один. Вау! Вот. Открывайте. Вау! Мне кажется, это вот... Обалдеть, очень... в этот раз номер ближе, чем тогда был. И все еще свет. Посмотрите, как красиво. Смотрите, свет. Это, видите, от него пар идет и меняется цвет. Да. Подсветка. Подсветка, да. Круто. Шикарно. Сейчас очень поменялся. В прошлый раз было выше, но дальше, а сейчас ниже и ближе. Что у нас интересного есть? Он что, нашел столик? А столик мраморный? Нет, столик деревянный, но под мрамор. Да. Сейчас карантин, и они не дают завтраки, поэтому будем кушать в номере. У нас опять две кроватки. Микуся, ну покажи, какие они мягенькие. Опа. Так, а что Данча нашел интересного? Ты уже ходил? Самые мягкие подушки. Подушки? Ой, он красивый. Мне кажется, он красивее, чем прошлый номер. Чур, я тут сплю с Роником. А я гигантское зеркало. Вау. А где там? Опа, ку-ку. Ой, мама. Ку-ку-ку-ку. Микуся, клевое место. Ты помещаешься, класс. Держи. О, Микусе подушечку подогнали. Все. А кто-то в ванной был? Ой, я сейчас найду. А пока он в ванне, я вам покажу классную вещь. Холодильник какой-то тут. Холодильник есть. Да, только не холодный, а горячий. Горячий? Он не... Фу, нам нужен холодный. Папа, холодильник не морозит. Да. Есть кофемашинка. Сюда капсулы и бип. Куча кофе. Фишка. А знаете, чего нету, папа? И капсул нету. Нет, папа, нету. Знаешь, чего? Чего? Микроволновые печи. А ну, может, в шкафу... Не, ну в шкафу нету, вряд ли. Есть утюг зато. Есть зато место, где можно спрятаться от вас. What? Роник спит здесь? Я сплю. Вон здесь. В холодильнике? Так, а что у нас в ванной, Данча, проверил? Это лучшая ванна. Тут столик из мрамора, салфетки в стеклянном. Есть салфетки? Они в стеклянном. А что еще есть? Полотенце. О, а у нас... Так, шампуньки есть. Да. А геля нету? Нету. Есть лосьон, шампуньки, мыло и наверное, шампуньки. И все. Тут... Ну и все, и тут душик есть, чистенький. Нет, смотрите. Это какой-то материал очень твердый. Да, но душик сам по себе чистый. Mm-hmm. Класс, фен есть. О, мама. И фен есть. А ну, помоги мне, круто. Данчо. Круто. Да, есть фен. Клево. Ну, круто. Неплохой-то коктейльчик. Классно, мне нравится. Мне тоже. Что я буду с Роником? Только надо будет разобраться с микроволновкой, потому что мы голодные останемся. Mm-hmm. Если... Не найдем, да, папа? Ну да. Найдем, что-нибудь найдем. Максимум разведем костер и будем на нем, как первобытные люди, что-нибудь готовить. Максимум будем воздух пить. Ребята. Окей, ну что, спать? Отдыхать? Да. А завтра вперед к путешествиям и к новым видео? Да. Да. Да, мне дядь, но я готов. Я готов. Я распакую рюкзак и положу... Все куда надо. Договорились.